11 серия, Москва, Иркутск. Начинаю отвечать на вопросы пользователей. К этому времени поступили вопросы, комментарии от Вася Васин, Вадим Дмитренко, Сергей из Мурома, Владимир Евдокимов, ну и некоторые другие. Я постараюсь более подробно ответить на все вопросы, которые поступили к этому времени. Ответы будут очень подробные. И там, где битые файлы, я буду отвечать на вопросы. Ну а там, где файлы целые, буду привязывать комментарий к картинке. В 11 серии мало битых файлов, поэтому будет только начало вступления ответа на вопросы. Следующий, в 12 серии, там примерно половина битых файлов. И я думаю, там отвечу на большинство вопросов, которые поступили к этому времени. С чего начался этот проект? Когда-то передо мной встал вопрос, маршрут Москва-Новосибирск. Первый раз нужно было поехать на такое расстояние. Вот, естественно, это вызвало волнение, потому что не знал ни маршрута, ни инфраструктуры, но ничего не знал. Пытался найти в интернете, но, к сожалению, перевернул весь интернет. Были ролики очень короткие, по 15 минут, где дальнобойщик, сидя в кабине, снимая свое лицо на камеру, начинал рассказывать о дороге. Ну, вместо того, чтобы направить камеру на дорогу, он снимал себя любимого. Больше никакой информации о трассе, о маршруте Москва-Новосибирск я не нашел. Вот тогда и появилась мысль снять полное видео о маршруте и разместить его в интернете. Сразу возникла масса проблем. Какой регистратор, как делать, как обрабатывать. Все проблемы перечислять не буду по мере продвижения ответа на вопросы. Эти нюансы я буду более подробно на них останавливаться. Первое полное видео, одно из первых полных видео у меня был маршрут Владивосток-Москва, который я снял на видеорегистратор, ускорил в 4 раза и без комментариев наложил музыку и разместил в интернете. Было много косяков, было много моментов, которые мне не понравились. В общем, приходилось все начинать с нуля, потому что эталона или образца съемок полного видео о маршрутах не было. Вот по мере продвижения этого проекта стали возникать вопросы, которые приходилось решать. Поступали запросы от пользователей, была просьба уменьшить скорость в 3 раза, в 2 раза или без ускорения. Ну, в итоге пришел к выводу, что нужно будет размещать видео, ускорив в 3 раза и на втором аккаунте без ускорения, с реальным звуком, с реальным аудиокомментарием. Ну вот в этой серии я пока закончу отвечать на вопросы, потому что битых файлов мало,
И дальнейшие комментарии буду привязывать к картинке. А вот в следующей, в 12 серии, продолжу отвечать на поступившие к этому времени вопросы, комментарии, пожелания, критику, ну и так далее. Так трудно передать, каким усилием воли заставляю себя обрабатывать это видео. Но поскольку это первый дальний маршрут Валентина, все-таки постараюсь это видео довести до конца, до Листвянки. Так, на карте ничего, к чему бы привязаться, пока не вижу. Далеко справа, примерно километре, стеклозавод, населенный пункт, и Боровлянка, два населенных пункта. Повторю, что в этой серии всего три битых файла. Поэтому комментарии и реальный аудио – это то, что писал видеорегистратор. Валентин нашел новинку. Он стал комментировать трассу. Стал комментировать трассу и берет информацию с Википедии, из интернета. Ну, дальше об этом будет. По мере движения комментарий по информации он будет вести сам лично. Торговля вдоль дороги. Торгуют на трассе дарами леса. Грибы, ягоды.
запрещен. Ограничение 90. Справа по ходу. По курсу через 21 километр у нас Исетская. И именно там мы поворачиваем направо, уходим на Ялуторовск, Заводоуковск. И на трассу далее на Омск. Справа по ходу поселок Станичное. Поэт. Обгон запрещен. Ограничение 90. Обгон запрещен. Ограничение 90. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Как попасть на эту? Спасибо.
Сейчас движение происходит от кургана в сторону Тюмени. Очень неплохой маршрут. Места красивые. Так что можете иметь в виду. Ялуторовск. Так, 620 до места, прибытие 22:47. Потерял время из-за остановки. Птица страшная, что ли? Сорока. Обгон запрещен. Ограничение 90. По карте ничего примечательного не вижу, к чему привязаться. Сказал. Ну, кстати, если посмотреть, начиная с 1959 года по 2010 год, население только растет, увеличивается. В 1959-м 1901 человек. 1970-м 3861 человек населения, в 79-м 5337, в 89-м 6954, в 2002-м 7216 и в 10-м 7479. Достопримечательностей немного. Древние поселения, могильники 12-11 веков до нашей эры. Здание церквей, конец 17-18 веков. Архитектурный памятник, здание сельской больницы 1700 1790.
с правой стороны Верхней Бишкили. Населенный пункт. Трасса называется Шадринск-Ялуторовск. Справа населенный пункт Архангельская. А я могу ее, знаете, как с утра попробовать пригнать, просто всю дорогу, я вот всю дорогу ехал, меня сопровождают дожди. Тут такие ливни были, что мне приходилось ехать. Алло, алло, слышите? Алло. Да-да, связь плохая здесь. Я говорю, дорога дождливая, меня ливни сопровождали. Ограничение 60. С левой стороны населенный пункт Рассвет. Дорога называется Шадринск-Ялуторовск. Р-329. С правой стороны по ходу Слобода-Бишкиль, населенный пункт. Там же находится река Бишкилька и река Исеть. Исеть.
там и недостатки есть, и вот если скажешь, значит будете заполнять. Блин, на обратном листе напишите, что имеются такие-то повреждения. Гранатный, решетный, рогожный, черный, польско, гончарное производство. С правой стороны по ходу озера Сенгуль татарский. Озеро населенный пункт Сенгуль татарский, а озеро Сенгуль. Трасса Шадринск-Ялуторовск. Р-329. Далеко с левой стороны километров.
километров 40 по прямой Тюмени. Сами можете наблюдать, дорога очень хорошая. И состояние дорожного полотна, и разметка. И Тюменская область. Вот левый поворот Тюмени. Туда не заезжать. 222, Белоторск прямо 2, Тюмень налево 74, Омск направо 557, Ханты-Мансийск прямо 580. Трасса Р-402, километров 60-70 сзади Тюмени. Впереди Ишим. Так, впереди Ишим, Омск, Новосибирск, ну, в общем, движение на восток. Села, сейчас города, можно расшифровать как завод на Ке. Впереди Заводоуковск. Потом пытаюсь. В 1844 году было основано Заводоуковское торгово-промышленное предприятие товарищества братьев Колмакова. При нем имелись мукомольное, салотопинное, пряничное, крахмально-паточное производство. В начале 20 века строится железная дорога Тюмень-Омск. Первый рабочий поезд на станцию Заводоуковскую пришел в мае 1912 года. А регулярное движение по северной ветке Транссиба началось в конце 1913 года. Вот, я думаю, такая информация,
очень полезно. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Очень полезно по истории, географии. В 2001 году завод УКОС, завод УКОС стал обладателем гранта в проекте «Стратегия развития малых городов», реализуемого в рамках федеральной программы «Малые города России». Завод УКОС впереди, недалеко. Ботаник. Так, что у нас там дальше на пути? 530 до места. Прибытие в 23:16. Я уже добавил час один. Прямо у нас Подон. Старая заимка, Сосновка, новая заимка. Ишим, вот главная большая точка. Багай, Окуневская, Южно-Плетнёва. Омутинская, да, Омутинская, Большой Краснояр. Казахам можно по встречке, видимо, ездить на Лексусе. Казахам закон не писан. Я понимаю, когда там случайно, да, как специально нарушаешь там либо разметки, либо не успел обогнать. Вот так вот в наглую обгонять. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну, с правой стороны за деревьями завод УКОСК. Железнодорожная ветка. Шабаново, Ламинский, Усть-Пламенка, Боровлянка, Калышманово, Медведево, Гладилово, Калышманово опять, Черемшанка, Октябрьский, Новокировский, Тополово, так, Амутинский 70, Калышмановский 18, Омск 578, по-моему, ну что так, ну ладно. Так, Ишим у нас через 120 километров. Чуть попозже прочитаем про Ишим. Рядом с городом Ишим озеро Мергень. Сейчас пока на дороге сосредоточимся. И вот раздражали меня такие обгоны. В этот раз я проложил маршрут по М4 до Воронежа. Да, увеличил себе изначально через Тамбов километраж до Волгограда был, по-моему, 980 километров. А за счет того, что я поехал через Воронеж, километраж составил 1110, что ли, 1120, точно не помню. Ну, в общем, километров на 150 увеличился маршрут, но зато половину пути я ехал по платной дороге с разрешенной скоростью 90-110 км в час, без обгонов, с меньшими рисками и так далее, через Воронеж. Сам Воронеж не заезжал, по объездной его объехал. Это ответ на комментарий Андрей 293.
А в сторону Урала и Сибири пока ничего не намечается. Это будет вам сюрпризом. Сейчас выполняю в сторону Сибири. Еду в Иркутск. Решил разговаривать с видеорегистратором. Александр 7. Здравствуйте. Не поехали через парк, а старой дорогой. Я не понимаю, почему это, о чем. Так, показать два ответа. В этой поездке меня не было, за рулем сын. Да. За рулем Волгоград ездил я. С братом и со своим сыном. Вот цена. Он же не любит регистраторы. Как вы его уговорили? Я не то чтобы не люблю регистраторы. Я готов записывать. Мне нравится записывать. Мне нравится выкладывать, показывать это видео. Загвоздка была в том, что я, когда еду куда-нибудь на дальнее расстояние, зачастую бывает так, что я еду и в темное время суток. А Александра Степановича, владельца данного канала, это не очень устраивало. Ему нужны были поездки в дневное время, когда видны пейзажи, дорога видна и так далее. Если вам интересны ночные поездки, я готов вообще постоянно снимать. Хоть поездки по Москве. По Москве я вообще практически каждый день езжу, но когда в Москве нахожусь. Так что комментируйте, если нужно. Готов буду снимать и выкладывать. Но я буду снимать, выкладывать буду не я. Пока. Мне пока не до этого. У меня есть чем заняться. Давай. Так, дядька, давай-ка мы тебя обходим. Так что я снимать готов. И даже, видите, уже даже разговаривать с видеорегистратором стал, чтобы облегчить работу папе, когда он выкладывает видео. Погодка у нас налаживается. Видно голубое небо. Приедем в Омск, посмотрим. Проснусь, наверное, опять дожди будут. Thank you.
Забыл про нее. Хотел заехать, стекла помыть, но нечего, на другой помою. Мне стекла-то нужно было помыть для того, чтобы на такие боковые видео снимать, чтобы показать пейзаж вокруг. Но пока обошелся тем, что открыл окно. И места, где лес где-то далеко, перед ним поля, реки. Периодически буду снимать регистратор, показывать боковые, вести боковую съемку. Если не понравится, напишите, не буду так делать, буду сам любоваться. Я такими темпами скоро блогером стану. Это моя первая практика. Ну, записывать так видео, общаться таким образом, таким способом. Я, возможно, с удовольствием вел бы и онлайн трансляции, но, к сожалению, в трассе интернет никакой. Когда покроют всю Россию, как обещали, цифровой сетью, или сотовой, как правильно сказать, вот тогда, может быть, и буду вести онлайн-трансляцию. Пока это гиблое дело, ничего из этого не выйдет, ничего не получится, потому что связь будет вечно пропадать. Так, налево Боровинка 18 км, налево Лебедевка 40, направо Новая Заимка 2 км. Не знаю, как у вас, но у меня иногда бывает такое желание, когда едешь за рулем, есть время свободное. Увидел дорожку, свернуть на нее без навигатора, без ничего, посмотреть, куда она тебя приведет. Посмотри на карту. Доехать, я не знаю, там до тупика или до момента, когда уже невозможно будет проходить, развернуться и обратно поехать. Справа что-то растет, что понять не могу. Справа похоже вот на кукурузу вроде бы. Не знаю, она не она, но растет ли здесь вообще кукуруза. Прибытие 22-23, точнее 23-23, ехать 5 часов 57 минут. Прям с самого начала, еще находясь в Москве, не обратил на это внимания. Щетки уже обсуждали это в пути. Видимо, установлены не оригинальные. Может быть, вообще, я не знаю, не от этого автомобиля. Может, просто
взяли, резинки поменяли. Во-первых, они скрипят, царапают стекло. Во-вторых, ну, они как-то не очень убирают, очищают стекло. Я не знаю, как это будет на видео видно, как в движении вечером и в мокрую дорогу, в дождь. Напрягало, конечно. Хотелось бы больше в дождь не попадать. Омутинский район. Омутинский. Омут. Омутинский, наверное. Выехали в 9:30. 10:30, 11:30, 16:30. 7 часов получается уже за рулем. Правая. Кстати, эта поездка самая дальняя у меня. Максимум, где я был, это как река Багай. Это в Красноярске самая дальняя, где я был на сегодняшний день. Одна идейка, которую я хочу воплотить в этой поездке. Я пока про нее рассказывать не буду. Если будет получаться, если я пойму, что могу ее осуществить, то я вам укажу на это. Это идея. Ну, эта идея у него была проехать от Иркутска до Листвянки, до Байкала. Он ее осуществил, и видео Листвянка-Иркутск уже размещено. Ну а в этом сериале будет через Иркутск до Листвянки. Трасса Р-402, Тюмень, Ишим. Вы можете наблюдать. Справа от нас он идет параллельно. Замечательное полотно дороги. Боковой разметки нет, но обочина присутствует. Слева
Лет 10 тому назад я проезжал по этой дороге, но катастрофа была, а не дорога. Щебенки, колдобины, ямы. Ну вот, сделали. Душа радуется. Впереди не очень далеко Ишим. Для меня это знаковый город. Однажды в Ишиме я остановился на ночевку и попытался сбросить видео на внешний жесткий диск. И внешний жесткий диск у меня завис. Все видео, к сожалению, пришлось удалить. По 1871 годы в городе появляются
учебные заведения, заведения уездное училище, приходская школа, женская прогимназия, духовное училище. В 1913 году по Северо-Сибирской железной дороге через станцию Ишим, расположенную в 2 верстах от города, пошли первые поезда. В 1921 году Ишимский уезд стал центром западно-сибирского крестьянского восстания. С 1917 по 1923 год Ишим входит в Тюменскую губернию. С 1923 по 1934 в Уральскую область. Ну, цвет полотна дороги, видите, меняется, то светлый, то темный. Значит, по темному полотну. По темному полотну тяжело ехать ночью, если идет дождь. Светлое полотно дороги гораздо комфортнее движение ночью в непогоду. Так, заканчивается серия. К сожалению, следующая серия, там будет много битых файлов, поэтому я продолжу отвечать на вопросы, которые озвучил в начале этой серии тем, кто написал, кто задал какие-то вопросы, какую-то информацию, спросил. В следующей серии, из-за того, что будет много битых файлов, я попробую отвечать на все оставшиеся вопросы. Ну вот, была попытка придать видео немного учебный характер, что ли, информационный, то есть и исторический такой сегмент присутствует. Визуально можете наблюдать картинку, но, к сожалению, к большому сожалению, из-за того, что файлы битые, получилось то, что получается. Все, на этом я заканчиваю комментарии. До следующей серии.